Я скинул тебе метку. Можешь заскочить? Дядя Аарон. Что, некогда навестить родню? Нет. Хотел дать тебе время после того, как ты вышел. Ждать не надо. И потом, нам надо кое-что обсудить. Правда? До встречи, Майлз. Просто встреться с ним и все, Майлз. А потом сосредоточимся на Ли и Скорпионе. Есть ощущение, что они что-то задумали. Друзья, всем привет, с вами... Это еще один кристалл памяти. Снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей. Мне прям очень хорошо зашло, и я сразу буквально немножко перекусил и сел дальше записывать. Поменял костюмы, взял, получается, там у Питера поменял, у Майлза вот поменял. Будем их все разные менять, смотреть, что какие куда. И сегодня начнем серию с активности, посмотрим, какие здесь есть активности, и уже после вернемся к сюжетным. Надо его забрать. Подожди, а кристалл кристаллом, а вот здесь рогатка какая-то. Где кристалл? А, ну ты меня ведешь куда? Ну, а это типа. Привет, друзья! С вами Даника и Даникаст, самый быстро растущий. Предупреждать надо. Нормально. Может, все-таки обсудим это? Я-то думал, просто можно будет его быть добрать. Все. Ну. Так, посмотрим, что в кристалле. А, да, мы собираем же эти. Кто-то следит за нами, Кими. Но ты не волнуйся. Предоставь это мне. Кто-то следил за Марко. И кто такая Кими? Нам это надо выяснить, да? Ну ладно. Чё с рогаткой? Так, а ну-ка давай. А почему? А, я понял. Рогатка это... Все это направит нас в полет. Ну-ка. Я посмотрел, там написано просто отпустить. Прикольно, да? А чё фоткать? А, подожди, а это ж Питер фоткает, да? Фейерверк на крыше. Ну, пойдем посмотрим. Ну-ка. Отходи. Стоп. Стоп. Что у нас на них нужно разрешение, а то сейчас полиция нагрянет. Так, стоп. Во, можно. Подожди, а чё фоткать-то?
Нет, не то. Пойдем. А ты зачем фоткаешь? Говорите, что хотите о соцсетях. Мне вот точно есть что сказать. Но они помогают многим предпринимателям удерживаться на плаву. Это вообще прикольно сделано. Еще видел типа а-ля какой-то коротенький ролик, что там типа очень крутое перемещение быстро сделали. Поехали, надо учиться. Блин, ты не заметил, ты дурак. Вот да! Ура! Эй, а у вас есть на них разрешение? Пацаны, вы чё? Майк! Майк! Он ещё дышит, но... Отнесу его в больницу. Ну и как мне его взять? Знал, что фейерверки левые. Он поправится? Думаю, да. Кажется, он просто в обмороке. Но лучше не рисковать. А где больница-то? А, все. А, где? Человек-паук? Не бойся, мы на пути в больницу. Его там шарахнуло, он уже очнулся. Известность, что запускать фейерверки в Нью-Йорке строго запрещено. О, мы и не знали. Это для нашего брата, Лекса. Он умер несколько лет назад. Он их обожал, так что мы решили так отметить его день рождения. О, сочувствую. Ну, в смысле, это в любом городе нельзя вот так взять и запускать фейерверки. Хоть пальцы шевелятся. Все, увозите, дурачка. Хоть пальцы шевелятся, хоть пальцы на месте, ты хотел все сказать. Здесь отличный персонал. Я за тебя спокоен. Спасибо. Надо уровни качать. Если эти фейерверки были плохие, может, вам стоит проверить их продавца. Это в доках, к северу от нас, между двумя мостами. Ага, я понял про какое-то место. Хорошо. А я нет. Я доставил Майка в больницу. Он сказал наведаться туда, где вы купили фейерверки. В доки? Хорошая мысль. Но будь осторожен, я там видел двоих с пушками. Серьезными пушками. Спасибо, я это учту. Ты бы еще ближе к бочке встал. Если рванет, останемся без товара и без денег. Хочешь сам, нет? И без лица. Мы не мешаем мне творить магию. А это стелс будет? Майлз, камуфляж. Камуфляж, да, наверх. Подожди. Скорее бы что-нибудь случилось. Ну вот. Ну, зацепи его. Он только заряжается мерзко. Видела бы меня мама, торгую пушками и салютом. Ну вот он. Видимо, далеко. Подожди, эти... Какие-то подозрительные типы торгуют палеными... Эй, секундочку! Пацаны, я все. Вы же просто так сюда не залезете. Я не... Я хотел
будешь выделять нормально. Замотан был. Блять. А то, что я прыгнул, нажал в этот момент, никому не интересно. Ладно, блин, вообще не могу за него этого того. Вот сюда я хотел, ёпт. Вот, блин, вот так должно было быть. Вот, стелс. Надо его прокачивать. Здорово, и все. Пацаны, вы че? Ну-ка стоит. Ну вот, все отлично. Неплохие. Так это был ты? Ох, надеюсь, Майк видел это из больницы. Лексу бы понравилось. Надеюсь, вам понравится в Нью-Йорке. До встречи. Так, что у нас есть еще? Давай что-нибудь еще посмотрим. Фотки мы видели, кристалл мы видели. Но что-то больше пока новеньких нет. Давай тогда так, давай пока рядом соберем кристалл. Это куда вот так? А вон туда вообще на крышу.
Так, а где? А, нет, не здесь. Чудесный город постигла новая напасть. Слушаем. Знаете, кто в этом виноват? Люди-пауки вмешались в подлаженный процесс Ты Ники, хорошо. С которым прекрасно справлялись наши доблестные служители закона. И поставили все с ног на голову. Теперь суперзлодеи Скорпион и Мистер Негатив в руках новой банды наемников, о которой пока мало что известно. Кроме того, что они обожают рядиться в звериные шкуры. Но одно известно точно. Люди-пауки даже не подумали их остановить. А если бы они не мешали полиции выполнять свою работу, преступники сейчас не разгуливали бы на свободе. И у нас звонок от свидетельницы этих событий. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Спасибо, что приняли мой звонок. Хочу отметить, что ваши слова — полная ложь. Ну, началось. Я была на причале. Полиция была бессильна. Люди-пауки спасли кучу жизней и почти остановили тех придурков с луками. Во-первых, вам повезло, что вы уцелели. А во-вторых, вы хоть представляете, какой имущественный урон эти персонажи нанесли городу только на этой неделе? Нет, но речь ведь не об этом. Мне некогда ввязываться в вечное перекладывание ответственности. В то время как каждый день эти преступники в костюмах пытаются сравнять наш город с землей. Представьте, сколько товаров не будет доставлено в срок из-за них. Так что когда не сможете побриться, потому что ваш любимый крем для бритья никто не привез, скажите спасибо людям-паукам. Пора бюрократам взяться за дело. Пора действовать и послушать рекламу наших спонсоров. Простите, не хотел вас будить. Ну вот эти истории интересные. Послушай. Держи. Ого. Это последний. Хорошо, послушаем, что там дальше. Они что-то типа собираешь и по порядку идут. Слабо напуган. Интересно, тот, кто за ним следил, еще в городе? Определенно. Да, видишь, они собирают в любом порядке. Че с навыками? Очков нет, гаджеты. Ну, давай вот прокачаем. Есть. Не хватает, хорошо. Так, ну чё? Ну чё? Пошли на сюжетку. Пока не все активности однозначно открыли. То есть про тайники нам... Опа, не, мне в ту сторону не надо, кстати говоря. Мне надо. Так, где задание? Пойдем бандитов, а это... Вот эти вот всякие фотографии и так далее, я бы их это... Ну, потом бы оставил. Ну, типа между сериями. Плохой ракурс.
Ой. Ой-ой-ой-ой. Так, с бомжами неплохо справляются. Нужно залатать бензовоз. Так, с другой стороны. Чё, всё? Это не... что ещё за ребята? Неплохо. Они как будто из какой-то секты. Ну, почти. Надо рассказать Питу. О, пожалуйста, да. Так, где у нас сюжетное задание? А, вот так. Так, шоссе. Летель, мне вообще это прикололо. Довольно-таки неплохо срезает это маршрута. Давай вон туда на крышу. Еще раз так же запустимся. Стоит. Вот так. Раз. Летим наверх. По потокам бы тоже потренироваться. Ну, все потом. Вообще очень здорово. Наплойки, эксклюзивы. Ну, наверное, возможно, не все и не для всех. Но очень хорошие. Пойдем еще одних преступников. Где? Людям нужна моя помощь. Паукон, пора вмешаться. Это закончится быстро. Ой. Паучок, давай. Давай. Производство кроссовок или стримы проводить. На рекламе бы кучу денег заработать. Уже запатентован, мать. А, так. Костюмы. О, новый появился. Не то. Так, у Питера тоже новые появились, но пока нет. Гаджеты. А, что тут? Вот так, навыки. Навыки, навыки. Тебе один нужно еще вкачать. А тут что? Не хватает, нужно два. Еще раз. L1 крест. Хороший. Блин, я бы вот на этот набрал, он на массовый. Ну-ка, общий. Нет. Нет. Это... сложно.
Ну такой есть навык, ладно. А, у тебя тут что? Так, ладно, давай, чтобы это... Еще один навык. Все, мать, я полетел, пока. Джойстик так посвистывает. Он как-то немного времени теряет. Центральный парк. Очень прикольно, что взяли вроде как это живое пространство. Я еще метро хотел посмотреть наземное. А, можно так еще. Не, все это. Поджог. Ну, пойдем потушим. Где? Ну хватит! Хорошо. Ну, смотри, есть же, смотри, тан-тан. Или от у Питера. Еще пламя потушить надо. Кого? Беги. А вон метро. Жители целы, а остальным займутся пожарные. Порядок. Да куда ты? О, станция. Привет. Фоткаться хочешь? Я хочу на это. Можно ли в поезд заходить? А бить их нельзя, да? Ну где? Вон едет поезд. Супер, ждем. Ты едешь или нет? А, там еще станция. Ой, отстаньте. Блин, погоня. Надо погонять. Сейчас поезд приедет, погоняем. Мы на поезде за ним поедем. Ну да, сегодня активность, а как хотели. Ой, я не могу зайти. Отстой. А было прикольно. Типа сел там, доехал немножко. Блять, почему? Ой.
могу догнать-то? Ага. Так, как и было? Сука. Сразу водил. На торможение, чё? Выходи. Всё? Приятно, когда удается остановить тонну несущегося металла. Ну такую. Я просто назад стик отклоняю. Тренируюсь. Ага, все. Теперь на 20 минут сцена. Ты маску-то, может, снимешь? А, с тобой общаться. А стоит? Расслабься. Я не хочу, чтобы племянник опять мне навалял. Твой отец точно так же на меня смотрел. Майлз? Мартин Ли. Ему устроили побег. Я знаю, о чем ты думаешь. Не тебе его ловить. Не дай ему пустить корни здесь. Это все равно, что жить в тюрьме. Ой, что у тебя такая ручка маленькая? Но иногда прошлое надо отбросить, чтобы расчистить место для будущего. Я потому и звоню. Мне нужно кое-что достать. Я мог бы и сам. Но не могу. Но с бродягой покончено. О чем речь? Надо забрать кое-что из старого снаряжения. Я спрятал его в бывшей лаборатории Роксон у Центрального парка. Да. Я знаю, где это. Значит, бродягу мы больше не увидим? Увидите. Спорим? Даю слово. Сам придешь, будешь его просить. Ничего не забыл? Как это ты? Еще. Он же карманник. Что касается Ли, не делай глупостей. Да, да. Вот они стояли на крыше, там вот окна. Его сто пудов увидел кто-нибудь. Я серьезно, мой. Говорят, этот парень умеет превращать мозги в кисель. Брось это дело. Ну, что еще у тебя нового? Как учеба? Есть симпатичные девчонки в классе? Я не знаю. Значит, все-таки есть. Бля, вот. Я тут. Что мне искать? Все перед тобой, племянник. Я загрузил в твою маску кое-что из своего кода. Ну, конечно. Этот тайник откроется лишь когда обнаружит мой код. Чего удерживать? Еще раз. Тут в этом Майлз Моралес была там мини... мини-миссия на какой-то аудиоинтерфейс. Последний шаг — расшифровать ключ. Не жульничай, не спеши. Thank you.
готово. Неплохо, парень. Это на курки, блин, они еще дребезжат. Расположитесь. Еще решетка. Ну вот тебе дополнительная для. Дополнительные активности. Отсюда открыть не смогу. А откуда? Отсюда сможешь? Ты бы стал достойным бродягой. Ты ведь уже понял, как попасть внутрь. В смысле? Внутрь чего? Можешь взять себе. Там классные примочки. Класс! Это мне пригодится. Вы получили редкую деталь. С помощью таких деталей можно получить доступ к новым костюмам, гаджетам и улучшениям костюма. С помощью улучшения костюма вы можете повысить свою эффективность в бою и при перемещении. Выберите здоровье. Улучшите здоровье с помощью редкой детали. Собирайте и используйте ресурсы для приобретения новых улучшений. Хорошо. Урон. На 10%. Подойдет. Увеличивает концентрацию, получаемую при атаке. А уже все, да? Так, а подожди. А, все, улучшение костюма. Это вот здесь костюмы. Питер. У них, видишь, это по большей части расцветки разные. Белый, синий и так далее. Так, окей. Слушай, это не единственный тайник. Да, я понял. Люди, освободившие Ли, не пройдут мимо такой техники. Нельзя, чтобы она угодила не в те руки. Только тебе я могу доверить. Да? Ладно, я понял. Координаты в маске. Спасибо, племя. Не пропадай. Интересно, что скажет об этом мама? О, Майлз, я слышала про нападение на корабль и про... Ты цел? Да, мам. Все нормально. Я тут кое с чем помогал дяде Аарону. А, ну и как он? Он старается. Это хорошо. Мам, увидимся дома. И можешь не спрашивать еще раз, я в порядке. Честное слово. Такеро. Такеро. Надо выдвигаться в центр. Глянуть, что происходит. Может, даже получится найти Ли. А можно за Паркера поиграть? Кого ты хочешь найти? Ну, здесь фото. Давай, получается, мы, наверное... Вот сюда, что ли? Задания нет. Давай, короче, это... Майлз, про конкурс клубов не забыл? Ты в пути? Точно, это же сегодня! К нам приедет мистер Атлас. У него лучшая программа по музыкальным технологиям. И, говорят, он выдает стипендии. У меня к нему столько вопросов! Я скоро буду! Где ты будешь, дурачок? Мы с тобой идем в этот, в тайник. По дороге. Вот опять нападение на бензовоз. Ну-ка спрыгни.
Давай бензовоз отобьем, тайник, и, наверное, будем заканчивать, потому что сейчас, если... Как дела? Я пришел помешать! Понял. Простите. Попутал. Вот он же, есть удар. Зачем мне еще один? Готово. Нужно залатать бензовоз. А, с другой стороны. Два там, два там. А, время до взрыва, я только увидел. Лучше не говорить маме, как близко я стоял к бензовозу на грани взрыва. А ты и не говори. Мы уже почти на месте. Можно кристальчики пособирать. Самое главное, чтобы за них... По координатам, тайник наверху здания Брэкстон. Тепло, тепло. Блокировка. В смысле, блядь, блокировка тут? Нет, не тут. Не тут. Не понял. В городе пока тихо. Пока не видно ни Ли. Не тех головорезов. Может, Пит сумел что-нибудь узнать. Подожди, мы с тобой ищем. Вот. Поджог. Блокировка. Почему ты блокируешь? Да просто. И? И в чем суть? Ну это я понял, на флаг залезть. Увидел уже. А, все. Угу. Ну, дядя, отправил меня вскрывать тайник и забыл сказать про лазеры. А ты взял и испугался, да? Ну, чуть-чуть подрезала тебе, чё ты сразу жалуешься, как девчонка. Ага, вот он. Где? Где?
Все, я понял. Нормально, а как он его засунул? Отличный ракурс, кстати говоря. Давай сразу, пока я не забыл. Перемещение. А ничего не дает. А где тут? Подожди, здесь есть фоторежим. Как... Это не фоторежим. Так, ладно, давай тогда на этом закончим. Продолжим в следующей серии. На этом на сегодня все. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео с своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.